Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие товарищи. Очень хотелось бы поблагодарить за поступившую помощь. Она не просто вовремя поступила, она поступила в день 1 мая, что позволило ощутить ну, по-настоящему солидарность, по-настоящему позволило наполнить этот день настроением праздничным что очень сложно в условиях войны. Поэтому спасибо вам огромное, всем вообще огромное спасибо, и мы обязательно победим.